первый жуткий тяжелый результат. Но теперь посмотрим, что нам приготовили британцы. Итак, на чем остановилась фантазия Евгения Платова и Филиппа Эскью. Мьюз. Мьюз, два фрагмента. Экзогенезис, часть первая, и Hurricanes and Butterflies. Рисовали сразу Твизлы. Было 20.88, сразу 20.86. Вот так это и есть. Это значит, Твизлы выше уровня сложности. Это к вопросу о том, что какие Твизлы были у Вики с Никитой. Пока все очень стильно и гармонично увязано. В общем, у Платова постоянно программа выдержанный и в характере, и в стиле. Знаете, скольжения соответствующие. Все поддержки, все заходы в поддержке одностилевые. Ну, британцам что уж тут спорить, да, у них особое чувство стиля. И поэтому, если мы вспомним с вами...